проводить, ребята, вас. Оставим здесь кусочек детства. Уходите вы в первый класс. Мы будем с вами по соседству и будем вспоминать о вас. Солнышко сияет в небе, ветерок играет со свистой. Но она сегодня очень грустна. Мы прощаемся с любимой детворой. Посмотрите, стали вы большими. И теперь пора вам уходить. Не печальтесь, ведь нам тоже грустно. Только нынче слезы не нужны. Грустят березки во дворе. Прощальный этот час. Вы все пойдете в сентябре учиться. Возьмете детворить, букварить, тетрадки, книжки. И песню звонко пропоют вам школьные звонки. Первый праздник выпускной. Хорошо, что он весной. Ведь весной, когда все вокруг цветет, зеленеет и растет. Дети весной. Так красиво. Рано солнышко встает. Птичий хорик весь день. Тихо лопаются почки, к небу тянутся росточки, распускаются цветы небывалой красоты. Посветим наш балый снег, пусть он будет как во сне. Мы дорогих гостей сюда позвали, на праздничный прощальный наш концерт, чтобы получить сегодня в этом зале по-взрослый мир загадочный берет. Все позади, лошадки, мишки, куклы. Мы взрослые, уже не малыши. Вы можете забрать наши игрушки. Мы вам их оставляем от души. Не сын, не два, а много лет ходил ты в детский сад. Встречал в дороге ты рассвет и провожал закат. Тебя любили, берегли, чтоб ты счастливым рос. Тебе ответить не смогли на твой любой вопрос. С тобой смотрели мы кино, играли во дворе, кормушки сыпали зерно синичком в дворе. Здесь ты нашел себе друзей, услышал в первый раз стихи о родине своей и о земле рассказ. И вот, прощаясь с вами здесь сегодня, как мать, хочу вам пожелать везде и всюду быть примером. И лишь десятки в школе получать. Алина. Прощай наш детский сад. Тебя с любовью еще мы долго будем вспоминать. Все впереди у нас, но только малышами нам больше никогда не стать. Минуты все летят, земля кружится, и время не вернуть назад. К нам детство никогда не возвратится, и не придем мы больше в детский сад. Сегодня с нами в зале те, кто вас учил жить в коллективе дружно, кто вас жалел, кто вас любил, ведь это вам так было нужно. Дорогие сотрудники детского сада, от шумной и любящей вас детворы, примите в подарок эту награду, наши улыбки и наши цветы. Ребята, пожалуйста. Петровна, Петровна, ребенок Yeah.
смешные, совсем еще не смышленные, когда только переступили порог этого садика. Давайте посмотрим на наших малышей, которые тоже впервые пришли в детский садик. Ребята, вы теперь
теперь отдохните, а я с вами, с вашими мамами поиграю в игры, хорошо? Вы будете болеть за своих мам. Дорогие родители, вы не переживайте, я буду брать у вас интервью, как ваши ребята будут собираться в школу, кто им будет помогать и так далее. Я буду задавать вопросы, какой-нибудь мамы спрашивайте, вы мне будете отвечать. Первый вопрос. Кто вечером будет будильник заводить? Инна Леонидовна. Директор школы. Директор школы, очень хорошо. Выкрутились положение. Так, второй вопрос. А кто за формой первоклассника будет следить? Ольга Михайловна, пожалуйста. Кот Вася. Кот Вася будет заполнять. Умный котик у вас завелся. Вот Денису как хорошо, кот будет следить. Кто в 6 утра будет вставать? Ольга Николаевна. Папа будет 6 утра вставать. А Катя будет спать до 12 дня. Молодец, Катюша. Кто будет первым завтрак съедать? Васильевна. Нет, Васильевна. Дедушка. Дедушка будет первым завтрак съедать. Данику будет уступать. Правда, Даня тоже любит покушать, но дедушке уступит. Молодец, Даня. Кому придется портфель собирать? Васильевна, девка моя. Собака-шарик. Собака-шарик, понимаете, будет портфель собирать тоже. Ученый собачка. Кто будет буквы оживленно читать, Константиновна? Попугай Кеша. Попугай Кеша. Лиза научит попугая, попугай будет считать. Тоже хорошее предположение. Кто будет плакать, оставшись без сил, Зоя Сергеевна? Бабушка. Бабушка. Так же, что мучит бабушку, она будет плакать. Бедная бабушка. Кто будет виноват, если ребенок двойку получил? Учительница. Учительница. Виновата ученица, плохо урок преподала. Кто на собрание будет ходить? Сергеевна. Сосед. Сосед на собрание. Мама. Ну, мама, где это? Пускай сосед будет. Кому первоклассников в школу водить? Васильевна, Ольга Васильевна. Вы? А, уже были? А у кого еще 10-й вопрос остался? Раздали. Ну, а значит, будет 9 вопросов достаточно. И так, я заселюсь. Так, а теперь мы с мамой мы поиграли. Поиграть еще с ребятами в игру, да? У нас здесь будет играть из-за соревнования. Сначала я буду задавать девочкам вопрос, а потом мальчикам. Мы проверим, какие же знания получили наши дети в детском саду, потому что у нас были занятия и по математике, и по грамоте, да? Будьте очень внимательны. Девочки не подсказывают мальчикам, мальчики наоборот не подсказывают девочкам. Сначала девочкам не задают. В каком месяце дети идут в школу, девочки? В сентябре. В сентябре, молодец. Третий день недели, девочки. Среда. Молодец, как ушел улица. Перерыв между уроками. Перемена. Хорошо, у нас это перемена. Мальчики, не отвечайте. Что больше, 10 или 15? 15. Умницы. Сколько времен года всего? 4. Тетрадки, где записывают домашнее задание. Учебник. Нет. Тетрадка. Дневник. Настя, молодец. Геометрическая фигура без углов. Круг. Хорошо, круг. Знак сложения. Что? Запрещено. Это не знак сложения. Плюс. Девочки, что плюс. Плюс, конечно, это шла просто. Чем пишут на доске в школе? Лево. Девочки, молодцы, справились. На отлично. Все 10 вопросов. Плюсы. Теперь мальчики, а девочки не подсказывают. Проверим мальчиков. Зимняя квартира медведя. Берлога. Хорошо. Седьмой день недели. Мальчики, седьмой день недели. Самый лучший день недели, вспоминайте. Воскресенье. Воскресенье, дети, конечно. Сигнал, предупреждающий о начале и конце урока. Звонок, Саша, хорошо. Что меньше, 1,5 или 1,5? 1,5. Одинаково. Одинаково, Саша, конечно, и 1,5 или 1,5 это одинаково. Так, жаркое время года, мальчики. Лето, Денис, хорошо. Здание, где учатся дети. Школа. Хорошо. Сколько углов будет получившейся фигуры, если сложить два треугольника нижней стороной друг с другом? 3. Сколько? 3. Нет. 4. 4 откуда? Знак причитания. Минус. Саша, да, минус правильно. Сколько букв в русском алфавите, мальчики? 33. 33, Алёша, хорошо. Из каких глаз состоит плач малыша?
всех выросших ребятишков, всех маленьких и робких детишек. Но детство не прошло, детство продолжается. И впереди у вас увлекательные школьные годы. Вас ждут светлые, чистые, просторные классы. А по дороге знаний вас поведут учителя. А мы с вами прощаемся. Крепко в группе вы дружили, в детский сад любить ходили. Эту дружбу навсегда пронесите сквозь года. Thank you.
Давайте посмотрим, что у вас в квартире, все ли вы сложили правильно.
Так, бушевать надо, ребята, в школу? Да! Да, пластилин нужен в школу? Да! Зато крашка нужна в школу? Нет! Да! Ну что, правильно, сюда же не молодец. Счетные палочки нужны? Да! Тоже правильно. Ручка нужна? Да! Тогда как вы думаете, Алёша справится с заданием? Да! Все сложим. И линейка еще, вот правильно, еще и линейка. Хорошо, Алёша, молодец. Сейчас мы у Никиты проверим. Сейчас мы твой портфель посмотрим. Все это сложим, то, что нужно с собой взять в школу. Так, букварь нужен в школу? Да! Нужен. Правильно. Пластилин? Да. Что нужен? Линейка? Да. Счетные палочки? Да. Ручка? Да. Ребята, как вы думаете, Никита правильно сложил? Да. Никита, разукрашку ты возьмешь с собой в школу? Нет. Приглашаю. Готовились?
родным, как будто мама зря. Но бьют часы, расстаться с ним они тебе вряд. Под шелест листьев сентября пойдешь ты в первый класс. Но не забудем мы тебя, а ты, ты помни нашу. Ренат. Ну вот и все, настал час, которого мы ждали. Мы собрались в последний раз в уютном нашем зале. Спасибо всем, кто нас учит, заботился о нас, отдавал нам обучение, готов перед вас. Жить добрый дух всегда светить, радость, праздник, каждый первые узнали, незаметно повырастали и совсем большими стали. Этот праздник, день прощальный, грустный и веселый. Детский сад, ну, до свидания, здравствуй, здравствуй, школа. Мы пришли в детский сад малышами, даже папку не могли держать. А теперь вы видите, все сами, вполне мы здесь подросли. Очень жаль расставаться. Не грусти. Не грусти. Очень жаль расставаться. Очень жаль расставаться. Обещаем свой сад навещать. Но пора. Но пора. Наступает. Прощаться. Вам? Вам. Спасибо. Хотим сказать. Пускай мы расстаемся, мы не забудем вас. На память дети дарят прощальный этот вальс. Сейчас мальчики красиво приглашают девочек на вальс. Не забудем. Thank you.
Thank you.
поблагодарить, конечно, воспитателей, помощника воспитателей, которые на протяжении 5 лет отдавали душу и сердце вашим детям. Первой воспитательницей хочу сказать большое спасибо. Это Литвинович Марии Васильевне, воспитателю от Бога, воспитателю высшей категории. Давайте большое спасибо. Большое спасибо Приборович Анжелике Владимировне. Помощнику воспитателя Бочкаревой Галине Владимировне. И всех сотрудников детского сада, которые создавали комфорт, уют вашим детям. Ну, как могли, так и старались. Хочу еще поблагодарить вас, дорогие родители. Вы никогда нам не отказывали, во всем помогали. И я вам хочу сказать, что наши дети самые лучшие, самые красивые, самые любимые. Я сегодня смотрела на них и любовалась. Ну, жалко, конечно, расставаться, как дети говорили, что это и грустный праздник, и веселый. Грустно, что все-таки, вот и я вспоминаю, какие они были маленькие, а теперь уже выросли, пойдут в школу, уже и мамы сидят, плачут. Будем, конечно, скучать мы по нашим детям. Ну и пожелать вам, дорогие родители, любви, гармонии в семьях, богатства, достатка в доме. Пусть ваши детки всегда будут счастливыми, здоровыми, здоровья вашим близким. И терпение, конечно, потому что первый класс требует от вас, родителей, терпения и успеха ваших и наших начинаний. Поклон за ваши руки золотые, за ваши верные сердца. Ведь вы трудились, дорогие, не ради красного словца. Благодарим вас за терпение, с каким учили каждого из них, за ваше беспокойство и волнение, за сердце, что болит, как за родных. Пусть дни вашей жизни будут хорошими, а в доме будет радость и согласие, а мы желаем вам от всей души большого человеческого счастья. Хотим мы все родители признаться, мы очень любим вас. Нам вам остается только постараться не забывать и помнить нас. Спасибо. Может, стало просто нам привычным, но умереть этого нельзя, что воспитательность обычно вечером усталые глаза. Мы не знаем, что это такое, детворы, неугомонный род. Тут с одним-то не найдешь покоя, а не то, что с этой семьей. Тот смешлив, а этот смотрит косо, тот дрочун уж затевает бой. А вопросы, тысячи вопросов, и ответа требует любой. Сколько нужно ласки и заботы, всем помочь и каждого понять. Благодарна и трудна работа, ежедневно маму заменять. Не тревожно на работе маме веселые ребячьи голоса, и всегда, всегда следят за малышами добрые, уставшие глаза. Спасибо. Самая первая учительница, самый первый педагог, самый первый воспитатель и человек, который заменил нашим детям нашу маму, это наша Мария Васильевна. Я ей посвящаю свои стихи. Они небольшие, но они от души. Мария Васильевна, эти стихи для вас. Я лично для вас защищаю. Есть призвание одно, рожденный быть от Бога, не каждому оно дано, трудна его дорога, детей любить, любимой быть, невозможно.
невозможно научиться. Такой достойной судьбой достойный человек может родиться. Спасибо вам огромное всем. Спасибо нашим медсестрам за то, что они лечили, следили за здоровьем наших детей. Нам было всегда приятно заходить в наши спальни, потому что там всегда чистые кроватки. Нам всегда было уютно и тепло в нашем детском саду. Спасибо вам огромное всем. Дорогие родители, мы с вами вместе были долгие, то было время короткие 4 года. Я хочу выразить вам слова благодарности. Мне всегда было с вами приятно и хорошо работать. Мы понимали с вами друг друга, может быть, с полуслова. Вы всегда могли мне помочь, всегда мне шли навстречу. Я могла положиться на вас и в добрый час, и в трудную минуту. Я буду помнить вас всегда. Спасибо вам большое за ваши теплые слова и пожелания. Пусть ангел-хранитель вас укрывает от всякой обиды земной. Пусть добрые ваши сердца не узнают из тысячи бед ни одной. Пусть в глазах ваших чистых и ясных будет вечно гореть яркий свет. Много дней вам, светлых и чистых, и здоровья на 1000 лет. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваши дети в школе будут такими же хорошими, такими же послушными и такими же умными, которые были в детском саду. Поверьте, что много было выпусков уже у меня. Это уже 8-й выпуск. И каждый выпуск по-своему хорош и по-своему прекрасен. Поэтому эти дети ничуть не хуже всех остальных. И мне жалко с ними, поверьте, от души говорю, жалко расставаться, потому что за эти годы они все равно как бы, ну, вырастают в человека, они становятся, может быть, не настолько родными, как вам, я сама мать, поэтому понимаю, но тоже они мои дети. Если кто-то где-то что-то сказал не так, на моих детей мне тоже обидно за них. Поэтому если что-то в жизни было не так, это все было только хорошему. Все было. Мне очень рад, я рада, что вы меня понимали, я понимала вас, у нас было всегда взаимопонимание. Спасибо вам большое. Конечно, этот день по-своему счастливый, потому что у каждого из родителей уже некоторые странички вашей жизни перелистаны, и начинается школьная жизнь. У воспитателя новый этап жизни начинается в сентябре, тоже странички перелистаны, уже взрослые, а совсем недавно вы были малышами. И я надеюсь, что этот сегодняшний бал вам останется в памяти на долгие годы. Светло и нарядно сегодня в нашем зале. Повсюду счастливые люди сидят. Пускай все останется все только прекрасным на все ваши счастливые годы. Ребята, сегодняшний ваш праздник нам хотелось сделать по-своему особенным. Мы долго решали, долго думали и потом согласились на то,
что жизнь – это всегда похоже на сказку. А сказки любят все – и взрослые, и малыши. Правда? Да. Так сегодняшняя сказка для вас будет самой-самой необычной, потому что всем хочется поздравить сказочным вас с окончанием, с выпуском в детском саду. Но давайте вспомним эти сказки и подумаем, какая самая-самая первая сказочка была в жизни каждого малыша. Правильно, конечно, колобок. И вот потихонечку посидите, вот тише, тише, что за звук? Сказка к нам стучится вдруг. Будний день и день воскресный, без тропинок и дорог, поспешает в нашу сказку друг ваш давний. Колобок. Колобок. Ля-л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 я. Помнить всю жизнь, правда, ребята? Да. Мы все стараемся.
пытаемся запомнить колобка. Ну куда по-другому? Колобок. А посмотрите, сколько колобков у вас на столе. Давайте обедаем вот тех колобков, что папа с мамой приготовили. А покуда у вас будет вот и сладкая пауза? По-моему, я на эту паузу и лучше убегу. Ой, колобок, я не знаю. А то я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от волка. А ты их много тут, меня надкусают. Нет, я лучше побегу свою сказку. Пока, мы там еще встретимся. Давайте попробуем тех колобков, что у вас стоят на столе. А покуда вы будете кушать, я спрошу самого мудрого человека, который вас растил все эти годы, начиная... Вы сколько лет? Вы пришли в садик? Два. Вот мы у Марии Васильевны все и спросим. Она настоящая всезнайка, потому что именно на ее глазах вы росли, вы силы копили, вы окрепли, вы здоровенькими были. Ну вот посмотрим, помнит ли она свой первый день, когда вы пришли? Вот тот день, когда к вам привели этих красивых, нарядных малышей. Ну, конечно же, я помню первый день. Первый день никогда не забываю. Первый день к нам пришли, Женька пришла, к нам пришла Даша. Саша попозже пришел. Нет, это ребята попозже. Женька пришла, Даша пришла. Ваня пришел, нам был Ваня, мальчик уже ушел в другой сад. Вот. Я помню очень маленький. А вы все приходили чуть попозже. Детка пришла попозже, да. А Даша пришла. Дашке не было еще двух лет. Дашка пришла в июне месяце, а в июле Дашке было только два года. Она была маленькая-маленькая, хрупкая-хрупкая. Никуда-никуда меня не отпускала. А теперь это Дашка какая? Покажи, чем Дашка. Вот, ну, конечно, самая крепкая, потому что держит игрушку. Крепко-крепко, да? Ну, естественно. Мария Васильевна, а помните ли вы, кто впервые вам рассказал удивительную сказку, которую дома мама с папой читали, да? Ну, рассказывали не все сказки, потому что всем детям дома читают сказки. Родители тоже заботятся и воспитывали своих детей, поэтому сказки рассказывались. Мне даже трудно сказать, кто из них первый рассказал. О, какие у вас родители замечательные. Тогда спросим у родителей. У кого ребенок пошел в сад? Самым первым. Вот и по в семье я имею в виду. Это один, два, три ребеночка. А по самый первый, и маме было 25 лет. Что? 25 лет. Вообще были более старше мамы? Теперь можно. Или более моложе? Моложе. Моложе? Ну так я же говорю не больше. 30, но. Так это тебе. Замечательно. Скажите. 30, говорю. И кто ж пришел домой первый раз сада и сказал, я очень люблю свою воспитательницу. Мария Васильевна, ну это мне кажется низкий поклон от ваших родителей вам, что они вас впервые меня полюбили. Ребята, и тем не менее, мне кажется, что каждый из нас старается пойти в школу. Да. Вот на данный момент, через 3 месяца, вы тоже станете учениками. А знаете ли вы, как ежик, медвежонок, то есть, в школу собирался. Не знаете? Да. А нет. А давайте посмотрим. Да. Ой, медвежонок. А что это ты идешь сам с собой, разговариваешь? Да вот, все в школу ходят. Играют там, веселятся. А мне тоже хочется, знаешь, стать учеником. Вот. Школа? Ну. Школа – это дело серьезное. Да? Да-да. А туда вообще не берут. Туда берут только самых умных. Да. А ты читать умеешь? А писать? Не понял. А зачем же ты в школу тогда собрался? Тебя туда сразу выгонят мне тебя оттуда. Да. Не умеешь ни читать, ни писать. Что ты там будешь делать? Да.
Ну ведь мама мне давно уже приготовила ранец с книгами и погладила школьный костюм. А ну и что, ну вот что я не умею ни читать, ни писать, а в школе, может, научат меня. А считать? Научат. Ай, ладно. Мне пора, надо уроки готовить. Мишка, считать ты умеешь, тебя спрашивают? Не умею я считать, я же еще, не умею я, мне сказали, что в школе там научат, а чего-то я пойду в школу, вот не пойду в школу, там все равно, сказали, таких не любят, то ничего не умеет, лучше я возьму и полежу и посчитаю ворон. А я так буду считать. Еще раз. Хочу и лежу, отстань. Эй, ладно. Я всем разрываю, что ты школу прогуливаешь. Ой. И ты двоечник такой. Я тебе сейчас пёсики твои повыдёргиваю. Мама узнает, ой, попадет мне. Нет, лучше надо в школу пойти, и пускай меня там научат уму-разуму. А то мне стыдно будет, все ходят там такие умные. Я думаю, мне не выгонят? Как вы думаете, а? Не выгонят, нет? Если ты постараешься и будешь внимательно слушать и учиться, конечно, никто тебя не выгонит. Да? Да. Вот, значит, там в школе, говорят, научат всему. И читать, и писать, и считать, да? Ой, как хорошо. Значит, все, надо мне идти к маме, и пускай она мне срочно собирает школу. Ой, а что же я скажу, что я сегодня делал? Ой, мама идет. Ой, сынок. Да, ма. А что случилось? Ну, я, ты знаешь, я хотел, но мне заяц сказал, что там такие, как я, не нужны, и поэтому я не пошел в школу. Заяц, да? Угу. Заяц тебе сказал, ну и какой же ты глупый. Ой, в школе все нужны, он же тебя обманул. Да. Эх ты. Ой, ведь никто из твоих друзей еще не умеет хорошо читать и писать. А в школу для того и идут, чтобы научиться читать и писать. Ой, хорошо. Мам, тогда ну пойдем ты мне. Ну пойдем, я тебя заведу. Пойдем. Конечно. Ребята, встретимся с вами в школе. Ура, мама. Пойдем. Ну все, до встречи 1 сентября, да, ребята? Но для того, чтобы учиться, ребята, надо быть здоровым. Ой, подождите, какая-то сирена, кто-то к нам спешит. А кто? Не могу понять, вот только-только. Ну, о, сам доктор и болит, я же говорю. Здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте. Пришел поздравить вас и я. В школу скоро вы пойдете? Да. Прошу вас не лениться. И желаю вам, друзья, хорошо учиться. А готовы ли вы идти в школу? Да. Точно? Да. А здоровы ли вы? Да. Ангина, не болеете? Нет. А холериной? Нет. А малярией и бронхитом? Нет. Ну-ка, покажи глазки. Ой, красивые глазки, здоровые глазки. Ну-ка, покажи язычок. Ой, хороший язычок. Ну-ка, зубки покажи. Крепкие, здоровые зубки. Ну, смотрю, вы здоровые, ребятишки. А зарядкой вы занимаетесь по утрам? Да. Чтобы реже обращаться за советом к докторам. Делаете зарядку? Да. А вот я сейчас вас и проверю, как вы делаете зарядку по утрам. Будете со мной зарядку делать? Да. Так, положу.
возьму я свой чемоданчик, поставлю. Температуру никому померить не надо. Нет. Вам тоже не надо. Здоровы все. Ну, раз праздник, на праздник все пришли здоровые. Ну, что это? А теперь представьте, что у вас возле дома растет большой клен. И он вот так вот ручки и ветки раскинул. Возле дома старый клен. А потом подул ветер, и клен стал вот так качаться, качаться. А на дереве, ребята, сидел клен. Знаете кто? Птица. Вот. И он так вот спинку высунул, вот спинку. Потому что кот любит физкультуру. А теперь, ребята, повторяйте за мной. Раз, два, три, шаг со мной. Делайте со мной так. А еще разок. Дружненько. Раз, два, три, шаг. Делайте со мной так. А теперь. Раз, два, не сгибай. Со мной вместе повторяй. Ну, какие дружные. Молодцы, ребята. Позанимаюсь, ну, зарядка. Вижу, вижу, вы готовы. Ну, впереди ж у нас каникулы. Правда? Да. Целых три летних месяца, так? Да. А чем вы будете заниматься летом? Физкультурой. Физкультурой? Правильно, молодец. Надо вам, ребята, набирать силы, купаться, загорать. Ну, конечно же, мышцы-то все, да? Вот сейчас мы с вами поиграем. Уважаемые родители, ваши мальчишки сейчас будут показывать мастер-класс по физкультуре. Покажем? Да. Вам показывать не надо, как обращаться с этими орудиями. Умеете? Да. Мы сейчас проверим, кто из вас больше раз вот так вот поднимет гантели. Хорошо? Ты какую руку будешь? Правую или левую? Левую. Ты левша? Нет. Нет, тебе удобнее влево. Держи, она тяжелая. А ты в какой? Тяжелая. В этой. Крепко взяли и на счет раз, два, три считаем. Значит, раз, два, родители считать, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать. Хорошо, вы готовы. Ну-ка. Все, молодцы, Ну-ка, я считаю, что победила у нас физкультура. А за это доктор Айболит вас угостит пилюлями сладкими. Пилюли волшебные. Держите. Спасибо. Ты готов поучаствовать, так? А кто же еще? Я. Ну, второй наш. Как? О! Приготовились? На счет раз, два, подожди. Ну-ка, родители, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать. 13. Молодцы! Достаточно, потому что физкультурой нужно тоже заниматься грамотно. Вам тоже волшебная пилюля. Будьте здоровыми. И еще кто-то идет. Начали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ой, девчонки, для вас достаточно, мои хорошие. Это мальчикам нужно больше. Молодцы. И еще 2 девочки. Готовы? Настя. Начали. Раз. Поддерживаем родителей. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Вот мы показали, чем мы будем заниматься. Кто говорит звон? Через пару минут буду. Сколько раз никто не считает? Молодцы! 30 уже раз. Не тяжело. Сотечки. Кто еще от доктора Айболита не получил волшебные пилюли? Ты не получил. А ты получил? Она не получала. Вот тебя обидит, моя хорошая. Вкусно. Все в порядке? Или что-то заболело? Не рады с ним поставить? Нет. А может, уборчик сделать? Нет. Молодец, здоровый. Ну что, мальчишка, я садись. Для вас приготовил я совет. Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши. На неправильный совет говорите нет, нет, нет. Понятно вам? Да. Будете, где надо, хлопать в ладоши, на неправильный совет будете говорить нет, нет, нет. Постоянно нужно есть для зубов, для ваших фрукты, овощи, омлет, творог, простоквашу. Если мой совет хороший, то похлопайте в ладоши. Молодцы. Не грызите лист капустный, он совсем-совсем не вкусный. Лучше ешьте шоколад, вафлю, сахар, мармелад. Это правильный совет? Нет, 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 нет. Лист зубам, чтобы придать. Крем сапожный нужно взять. Выдавить полтюбика и почистить зубики. Это правильный совет? Нет, нет, нет. Что будем, кремом сапожный зубчик? Нет, 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 нет. Пастой. Зубы вы почистили и идете спать. Не забудьте булочку сладкую в кровать. Это правильный совет? Нет, нет, нет. Конечно, нет. Но всегда запомните, милые друзья, не почистив зубики, спать идти нельзя. Нет, нет. Это правильный совет? Да, да, да. Если мой совет хороший, вы похлопайте ладоши. Молодцы, ребята. Теперь я вижу, что вы здоровые, крепкие ребятишки и готовы идти в школу. Ну а мне, ребята, только что звонил слон и просит меня срочно приехать на вызов. Поэтому до свидания. С праздником вас. Желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. До свидания, друзья. До свидания, друзья. И вам не хворать. Здоровым будьте, берите своих зверюшек и обязательно наведайте 1 сентября к детишкам. Что они скажут тебе 1 сентября? Я надеюсь, что они будут крепкими и здоровыми. Я тоже на это надеюсь. Если что, вызывайте доктора Айболита. Договорились? Да. Согласны? До свидания, ребята. До свидания. Не забудьте. Наша сказка продолжается. Потому что всем хочется побывать у вас на празднике. И кто это забыла, совсем забыла. Кто-то песен купил. Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго...
Помню светлую речку, помню нетронутый лес. Ходит бывало овечка, никто овечку не ест. Травка, цветы незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, 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 зубки. Мне превратить клыки. Вместо красной шапочки пришел на встречу серый волк. Ты что, Коша? Здравствуй, а что, серый. Я так плохо выгляжу, что ли? Ребята, как выглядит наш серый волк? Хороший. Нарядный, конечно, на праздник. А что, я не похож на волка, что ли? Нет, я не похож. Не похож? Нет, не похож. Я так плохо выгляжу, да. Зубы почистил, дыхание... Свежая. Ну я все же страшен. Нифига. Я такой кровожадный. Что-то я не вижу. Это не сказали съесть какую-то красную шапочку. Но мне не объяснили, что это такое. Я пошел в магазин, съел и красные, и зеленые, и синие. И они прям фу, у меня же изжога. Уже живот болит. Боже, не хочу я этих красных шапочек. Фу, не надо меня. Я вообще не такой. Я вообще добрый. Я... Вот, я бабочек люблю, но я добрый. А мне заставляют есть какую-то бабушку, старенькую, представьте, съесть старенькую бабушку. Ой! Ой! Немножко загибаем.
Сейчас здороваться будем. Ну-ка, быстро правую ножку заворачивай. Вот так вот. Ну-ка, присел немножко. Давай, а то сейчас упаду. Ну вот так. А ну смотри на меня. Быстро. Так, стоишь. Красивый, улыбающийся. И так вот. Левой, правой. Привет всем. Это девчонка. Не буду я так, девчонка. Я умею вот так вот. Я по-другому не умею. Вот так вот. Привет и все. Здравствуйте. А так ты на пенсии будешь с ними здороваться. Смотри, сколько тут много. Надо одним разом со всеми. Что ты пристала? Пристала. Ну давай сейчас, как ты там? Напомни все. Вот смотри, я тебе говорю. Со всех разом и по отдельности. Так и так. Привет. Это тебе привет. Слушай, я тебе говорю, давай со всеми разом и по отдельности. Что ты мне говоришь? Ну? Давай же, я не могу. Итак, надо тогда познакомиться с ними. Ну, давно тебе говорю. Давай сразу так со всеми. И познакомься. А ну-ка, все сюда. Да, а кто же у нас тут самый главный? Я. Нет. А кто? А кто? Нет, а вы с кем пришли? Мама! Да. Марья Васильевна! И мама с всеми вами тут командует? Какие? Не может быть! Да! Мама не могут! Ну давай уже знакомиться! Давай! А где они? Покажите их! За мной! Очень приятно!
Ирина моя пришла. Спасибо. Ирина, ты где? А что такое? Ты почему меня не подождала? Пошла на праздник пошла. Да. А что ты тут сюда щели делаешь? А я красную шапку съела. Но я красную шапочку сказала, чтобы она не сюда не села. Вообще-то я не красная шапка. Ты иди с нами, ты не буду сказать. Да, я пожалуй уже пойду. Давай, иди все это скажешь. Да, а с тобой, подруга, я и делать-то буду. А между прочим, мы с ним так хорошо подружились. Играли, знакомились. Что, мне уйти, да? Не повернуть? Ну почему? Я могу и уйти. А ну-ка сидеть тут, подстой. Ай. А ты пришла? Я пришла. Ну, вот а ты где ты была? Где ты была? Ой, ребятишки. Здравствуйте, ребятишки. Здравствуйте. Ну, а я веселинка. Пришла к вам на праздник. Вот этой вот подругой, которая меня бросила, не хотела меня брать. Я никого не бросала, между прочим. А я хочу с вами повеселиться. Оставите мне на празднике? Да. Я тоже буду веселиться. Подумаешь, веселиться она будет. А я, между прочим, с ними интересно играла. Ты хочешь сказать, что... Покажи, как ты играла. А мы, между прочим, знакомились с ними. Паровозиком ходили, танцевали. Без меня, да. Всегда ты первая успеваешь. Да. Надо было подольше надевать свои носочки, что? А кто мне говорил? Что, я тебе говорила? Собирайся, будь красивой, нарядной. Вот я и собиралась. А что ты забираешь так долго? Ты меня обманула. Ой, обманула. Ты хоть меня виделась? Давай, Боб, мирись. Сегодня праздник. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться за тебя. Да, да. Еще. Да. Будем играть и веселиться. Будем, ребята, играть. Да. Что с ними сделать такое? Слушай, у них такие воспитатели классные. Ты уже с ними успела познакомиться. А то. А знаешь что? А давай будем играть. А давай. Вот у нас, смотри, у нас тут такие золушки красивые. Фонтаны. Да. А у тебя таких нету? У меня тоже есть. Ты опять начинаешь. Да, вот я предлагаю. Поссориться. Не хочу поссориться. Я предлагаю с ними поиграть. Да, золушками. Вы будете, девчонки, хотите золушками поиграть со мной? Ну вот, девчонки. Я на вас хочу посмотреть, какие вы красивые. Спасибо, красивые. А теперь раздувайтесь. По одной туфельке сняли? По одной туфельке сняли? Да. Снимаем. И мы их на базар пойдем. Да, конечно, уважаемые родители, готовьте большие сумки, кошелечки, все. Я вообще на каблуках. Да кто ж спорит? Раз, два. Знаешь, как
завтра одеваться будешь? Конечно, а то потом на обед не успеешь, пока будет. Ой, ты вообще. Что-то наши дети умеют. Да, молодцы. Ну так, ну как, где бурные аплодисменты, родители? Молодцы, все родители. Так, а у нас два принца новые, красивые. Саша, а, не послали. Саша, мне. Саша, успеешь? Саша, будешь меня. Родители, считаем. Да, раз, два. Молодцы! А какая мама наша? Молодец!
голосом узнавать по голосу. Будем испытывать воспитателей. Да, вот сейчас вы будете детки звать по имени отчеству воспитателя. Гадать, кто ее позвал. Согласны? Да. Точно? Ну все, я пошла. Только молчите. Не выдаем военную тайну. Пойдете в школу, и сказка ваша продолжится многие-многие годы. Пускай она будет доброй, ласковой и нежной. А ваши родители читают и перечитывают ваши запоминающие странички всех ваших действий, учебы, поведения, отношения друг к другу. И все будут счастливы. Мира и добра вам, здоровья, благополучия семейного и успехов, радости вашей. Ну, а теперь сладкая пауза.